В минувшие выходные по инициативе муфтията и при поддержке администрации и правительства главы Республики Дагестан был объявлен общереспубликанский субботник под лозунгом «Чистота есть половина веры». Горожане Хасавюрта по поручению главы города поддержали данную благотворительную акцию. Это были представители управляющих компаний многоквартирных домов, студенты, школьники. Но огромная работа была проделана отделом духовенства города. В течение нескольких дней уже проводится огромная работа по благоустройству города, омолаживанию деревьев, наведению чистоты в общественных местах. В субботу у нас был организован субботник вместе с имамом мечети. С участием главы городского округа было дано задание нам провести и поддержать субботник. Мы начали, выделили ХАС благоустройства, выделило 2 единицы своей техники. САХ спецавтохозяйство выделило 6 тракторов. И ХАС благоустройства дала 10 рабочих, выделила своих всех женщин, 71 уборщиц, подметали улицы. По окончанию зимнего периода управляющая компания муниципального унитарного предприятия ХАС благоустройства с привлечением рабочего персонала более 70 человек и 2 единицы спецтехники ежедневно проводится работа с раннего утра по благоустройству и очистке от мусора как центральной, так и окраинной части города. По словам директора управляющей компании ХАС благоустройства Аблукерима Кутбудинова, для реализации программы по благоустройству города в первую очередь необходима помощь и поддержка от жителей Хасавюрта. Мы взяли на себя такую ношу, чтобы город действительно преобразить. Нам, главу города, дана задача, поставлена перед нами задача, чтобы город стал другим, более благоустроенным, более красивым. Все, что в наших силах мы в этом направлении делаем и будем делать. Ну и от вас, от жителей, соответственно, требуется понимание и поддержка. Как отмечает Аблукерим Кутбудинов, активная работа проводится по омолаживанию деревьев и озеленению города. В этом году старт данной работы начали с центральной площади имени Зайналабида Батырмурзаева, где проделана огромная работа. По насаждению кустарника и омолаживанию деревьев в черте города задействована компания «Зеленхоз» с привлечением более 20 рабочих. В течение нескольких дней уже посажено около 450 цветущих кустарников. С наступлением летнего периода территория будет одной из самых оживленных и благоприятных мест, отметили представители коммунальных служб. Расул Гаджиев, Ибрагим Гасанов, информационная программа «Пульс».